С 13 по 17 октября в столице Заполярья состоится международный фестиваль театров кукол стран Баренцева региона. Участниками культурного события станут театры России, Норвегии, Швеции и Финляндии. Марина Шумилова продолжит. Первый международный фестиваль театров кукол стран Баренцева региона стартовал в 1999 году в шведском городе Калекс. Нашу страну тогда представлял Мурманский областной театр кукол со спектаклями «Кто устроил балаган» и «Саамская сказка». Еще тогда участники решили, что культурное событие не будет иметь статус конкурсного, ведь его первоначальная цель – это обмен опытом, наслаждение искусством и, конечно, общение. Обмен опытом не только у нас, это вообще на всех фестивалях проходит. Наша труппа сейчас тоже обменивается опытом в Белгороде. Надо обязательно смотреть. Самое лучшее, что показывают другие театры, что-то обязательно для себя брать, почерпнуть. Может, сами тоже что-нибудь покажем интересное. Тоже похвалят, приятно будет. В этом году Мурманский областной театр кукол становится организатором международного фестиваля уже в четвертый раз. В Заполярье приедут 12 творческих коллективов, чтобы показать свои уникальные постановки. К участию приглашены ближайшие страны-соседи – Финляндия, Швеция и Норвегия. Увы, пандемия до сих пор не позволяет пересекать государственную границу. Несмотря на это, принять участие иностранные соседи смогут наряду со всеми, только сделают это в онлайн-формате. Их спектакли мы покажем онлайн или в записи, и все участники фестиваля смогут посмотреть их спектакль. Они нам прислали свои записи, что-то покажем онлайн. В любом случае, эти театры, полноправные участники нашего фестиваля, я надеюсь, что уже в следующем фестивале они вживую, как говорится, примут участие уже в нашем фестивале. Надеюсь, все эти пандемийные ограничения все-таки когда-то снимутся. Театры, которым удастся посетить нашу региональную столицу, получат возможность не только показать свой талант, но и поучаствовать в различных мастер-классах, направленных на повышение профессионального мастерства. В свои города творческие коллективы увезут приятные памятные подарки, среди которых будет эксклюзивная деревянная статуэтка с изображением Мурманского областного театра кукол.